Алло. Алло, здравствуйте. Владимир Константинович Ермолаев? Нет, это не он. Кто спрашивает? Могу я его услышать? Это звонок из Ситибанка. Что Ситибанк? Это звонок из Ситибанка. Могу я услышать Владимира Константиновича Ермолаева? Для начала представьтесь. Я должна быть уверена, что я общаюсь с Владимиром Константиновичем Ермолаевым. Зачем вам это уверенность? Я так понимаю, что это не он. Нет, вопрос мне не нравится, в каком русле развивается разговор. Передайте ему, пожалуйста, чтобы он перезвонил в Ситибанк. А кому вы думаете понравится то русло, в котором вы развиваете диалог? Как вы думаете? Я спросила к телефону, попросила пригласить Владимира Константиновича, да, Ермолаева. Я звоню на его мобильный телефон, не на телефон чужого человека. Все верно, да. Вы правы. Ну, представьтесь. Меня зовут Лубова Лилия Геннадьевна. Я хотела бы услышать Владимира Константиновича, да, Ермолаева. Вот вообще же не трудно было, да, представиться? Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я дежурный юрист компании «Алиам». Ермолаев наш клиент. Мы об этом не знаем ничего. О том, что он ваш клиент. И что теперь? А он что? У нас есть его телефон, а также его фамилия, имя, отчество. Давай, пожалуйста, передать, чтобы он нам перезвонил по этому поводу и передоверил информацию. Мы детали не можем обсуждать с третьими лицами без его согласия. Да вы можете не обсуждать, вам мы здесь не заставляем. А этого согласия у нас нет. Он нам выдал это согласие на основании нотариальной доверенности и заключенного с нами договора о юридической защите. Ну, нас он об этом не проинформировал, к сожалению. А зачем вам это делать? Мы сейчас письма от его имени напишем. Слышите, да? Мы сейчас уже пишем письма от его имени, под его подписью, где будем сообщать всю информацию, касающуюся ваших отношений с нашим клиентом. Вот и все. Он также имеет отношение и к нам, поэтому передайте, пожалуйста, чтобы перезвонил в Ситибанк и передавил информацию. Он не намерен поддерживать формат устного общения, ему неинтересно. Это он не знает. С ваших слов. Вы понимаете? Я не знаю, откуда у вас этот телефон. Возможно, вы его нашли. Мне все равно, знаете, знаете вы не ли знаете. Вы лично Владимира Константиновича Ермолаева. Да. Это я вы поняла, звоните, да. Вы что-то перепутали. Удачи. И вам удачи. Тоже удачи. Всего и вам доброго. Тоже удачи.